Йоу-йоу-йоу, всем привет, это канал Базука, мы продолжаем проходить игру Control, это последняя DLC, темное место, связанное с Alan Wake'ом, как уже все догадались, по первой части, да? Если не смотрел, то обязательно посмотри. Мы продолжаем проходить вторую часть этого DLC. А здесь ничего не спрятали? Нет. Здесь, к сожалению, ничего не спрятали. Так, идем дальше. Так, а что там, что, куда? Чё? Так, оперативный центр, активные расследования. Да, нам сюда. Третий вид. Звук стал темнее, темнота стала громче. Хартман растянулся, словно червь сквозь время. Третий вид был монстром. Теперь он вырывается из темноты навстречу Фейден. Блин, тут будет опять, наверное, какой-нибудь босс. Нихреновый. Так. Так, мне здесь нужен фонарь. Так, нужен фонарь и нужен кубик энергетический. Нет, тут темно, как у негра в заднице, блин. Так, ну-ка, почитаем, что тут пишут. Киркунд. Значит, так, да. Ты посадил меня за бумажную работу только потому, что я сделал то, ради чего меня, черт возьми, наняли. Мою работу. Хочешь знать, что я думаю по этому поводу? Чушь собачья, вот это что. Допрашивать этих подонков, не используя слова типа измененный предмет, АМС или парикриминальный, это наитупейшие требования, которые я когда-либо слышал. А я уж, поверь, повидал немало тупостей. Они уже и так все знают. Черт возьми, да, они знают столько же, сколько и мы, если не больше. И они просто сидят и смеются нам в лицо, глядя, как мы вытанцовываем вокруг них, подбирая слова без запрещенной терминологии. Они уже знают эту гребаную терминологию. Если ты думаешь, что остановишь меня, отстранив от дела, то ты чертовски ошибаешься. Эта сволочь взорвала железную дорогу, убила всех этих людей, и все для того, чтобы превратить поезд в измененный объект. Мы поймали его на горячем, схватили прямо на месте преступления, и ты просто обязан дать мне... вернуться в комнату для допросов. Я заставляю его выдать своих сообщников. Эти нелюди, террористы, и они заслуживают соответствующего ображения. Террор не прекратится, пока мы не остановим их. Ты можешь попытаться отстранить меня от дела, но поверь, это меня не остановит. Агент Хьюит. Агент Хьюит. Что-то на панике находится, блин, ну сколько же тут записей, это же вообще кошмар. Черный рынок. Официальный отчет о находках. Черный рынок измененных предметов. Дознавателями по особо важным делам был совершен обыск центра в Чешской Республике, занимающийся незаконной торговлей оккультными талисманами, реликвиями и другими терминальными предметами, а также измененными объектами и параестественными материалами. Неудачные попытки подозреваемых бежать, используя измененные предметы, привели к многочисленным жертвам и не позволили бюро допросить всех участников. Последующие допросы позволили выяснить, что существует разветвленная сеть подобных торговцев и что они, похоже, собирают всю информацию об измененных предметах и других материалах из неизвестных бюро источников. В связи с этим три факта вызывают наибольшие опасения. Существует растущий нелегальный рынок параестественных предметов, что подразумевает растущую осведомленность об их существовании среди узкой группы граждан. Судя по всему, эти преступники не обладают точной информацией о параестественных свойствах предметов, и их попытки активации могут оказаться разрушительными, особенно в густонаселенных районах. Цели и мотивы этих лиц в основном неизвестны. Вот так вот, черный рынок начался, да? Так, тут что? Обзор сотрудничества НАСА. Решение о сотрудничестве между агентствами относительно НАСА. Резюме. В соответствии с соглашением о координации между НАСА и ФБК, подписанным в 1972 году, бюро предоставило НАСА многочисленные технологические достижения, основанные на наших исследованиях, включая внутреннюю обшивку из черного камня, которая теперь применяется во всех космических кораблях. В свою очередь, исследователи бюро могут анализировать все данные, собранные во время космических экспедиций.
Недавно кое-кто поднял вопрос о том, что такое сотрудничество не приносит бюро сколько-нибудь значимой пользы, будь то интеллектуальной или материальной. Тщательное изучение расходов, понесенных обеими организациями, показало, что расходы НАСА на последний запуск значительно превышают любые расходы, связанные с обработкой и доставкой черного камня. Со своей средней околоземной орбиты станет для бюро беспрецедентным инструментом для удаленного наблюдения и фотографирования места АМС. И этот инструмент будет утерян, если сотрудничество прервется. По мнению этого комитета, сохранение сотрудничества с нашими коллегами из НАСА имеет жизненно важное значение для бюро. Да, это, кстати, прикольно. Чё. Можно же прям с космоса видеть, что куда, что кого. Ну тут закрыта дверь. О, задание. День новый, все та же старая кровавая фигня, как говорится. Так, это мы новые задания дополнительные собрали. Это так чисто. Просто потому, что они здесь есть. Так, я вижу кубик. Так, хорошо, мы здесь включили свет, теперь у нас открылась эта дверь. Нельзя как там. Так, тут еще есть записи. Сейчас. Опа, она сюда. Нормальный прикол. Ой-о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 й! Хорош! Хорош, 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 хорош. Так, кто еще? Где? Так, это справились. Это было несложно. Так, темная грань, хорошо. Так, а здесь у нас дверь так и не открылась. Стоять. Так, это у нас нарушен эффект перезарядки. Третий уровень. Так, третий уровень, ударное усиление рукопашной, это мы пока тоже должны видеть. Хорошо, здесь еще один топ-залет. О! Напоминание. В конце каждого месяца сотрудники обязаны сообщить о своем рабочем времени. Федеральное бюро контроля не считает время субъективным. И часы, проведенные в других измерениях, учету не подлежат. При астральных погружениях компенсация за сверхурочную работу не рассчитывается. Благодарим за внимание. Ясно. Ну, конечно, там в астральном времени, знаешь, как время может идти, там год провел, а по факту там 10 минут прошел. Как можно взять переплачивать? Не надо такого нам, не надо. Так, что тут-то такое? Открывай дверь.
Давайте прочитаем, что здесь. Сводка по Eagle Limited. Сход поезда с рельсов, повлёкший за собой 62 смерти и многочисленные травмы, предположительно является результатом деятельности паракриминальной группировки. Агенты обнаружили, что в результате этого события один из вагонов превратился в измененный объект, обладающий постоянным аудиальным эффектом. Пока неизвестно, было ли возникновение АМС спонтанным или является прямым следствием диверсии. Реагирование на события. Бюро вело наблюдение за вышеозначенной группой и в результате анализа собранной информации пришло к выводу, что событие такого масштаба неизбежно произойдет в Блумингтоне. В результате группа агентов на месте смогла отреагировать на крушение поезда в течение нескольких минут. По прибытию они обнаружили не только произошедшую аварию, но и оборудование, оставленное подозреваемой группировкой. На месте был замечен подозрительный человек, наблюдающий за происходящим. При попытке агентов заговорить, он скрылся. При дальнейшем расследовании на месте катастрофы был обнаружен уцелевший удивительным образом вагон. Когда агент входил в него, вагон демонстрировал измененное состояние. Этот вагон был отделен от остального состава и перевезен в сектор расследований для дальнейшего изучения. Так, чувствую, я с этим вагоном мы встретимся. Хорошо. Исследование про естественных сущностях тень. Про естественную сущность А010, называемая тенью, является агрессивной. Бывает трех типов. Тип А. Локальные проявления разумного способны захватывать органический и неорганический материал, а также оказывать воздействие на окружение. Тип Б. Темные особи. Тенью человеческие тела. Эти люди становятся намного более агрессивными, но, похоже, сохраняют свою прежнюю индивидуальность. Продолжают исследование потенциальной обратимости этого состояния. Тип В. Темные предметы, похожие на тип Б. Однако неодушевленные предметы являются исключительно инструментами для разрушения. Похоже, что каждый тип работает на достижении общей цели, возможно, направленной на некоторых лиц АМС-35, что может означать общую связь с неземным разумом. Угроза, которую представляет эта сущность, требует начать немедленный поиск мер для защиты и уничтожения. Сектор расследования в настоящее время оснащается дополнительными источниками освещения, некоторые из них с независимым питанием, что позволяет быть готовым к возможному. К возможному. На мое понимание, тема отрывочно неполна. Это пропасть, это пустота, она очень не хочет, чтобы ее понимали. Если свет — символ знаний, то тьма приравнивается к невежеству. Во всей природе тьма противится осмыслению. Моя же природа заставляет меня понимать и осмыслять все. Мы — противоборствующие стороны, которым суждено столкнуться. И учитывая противостояние стихий света и тьмы, мы знаем, что свет истины сожжет тьму. Как образно, так и буквально. Любой сколько-нибудь значительный источник света может служить защитой и даже оружием против этого метафизического мрака. А как еще эти творцы? Я точно знаю, что и Том, и Уэйк, и братья Андерсоны, и Лейли связаны с тьмой. Вопрос в том, притягивает ли тьму их сверхъестественная способность влиять на реальность с помощью своего творчества. А может, это их работы как раз и создали тьму. Теперь, когда Уэйк в моем домике на озере, думаю, я стану ближе к получению ответов на эти вопросы. Конечно, если он будет сотрудничать, хотя с этим пока проблемы. Ну что же, терпение, настойчивость — залог знаний. Кстати, пора мне на обход. Если что, это с нами Хартман разговаривал, да? Рассказывал. Чего, да, куда, туда, сюда. Так, вон там еще есть запись какая-то. Пропусти. Агент Фишер, шестой день в гостинице. Применяются следующие методы наблюдения. Оконные камеры на просунутой щели под дверьми, ведущими в отдельные комнаты. А так растяжки у главных входа, активирующие импульсные фотокамеры, даже пудра для снятия печатных пальцев на стойке регистрации. Результаты в лучшем случае неоднозначны, но в большинстве случаев просто. Неубедительны и непригодные для анализа записи испорчены. Иногда повреждается даже оборудование. Я думаю, это место просто издевается надо мной. Это самое разумное объяснение. Я слышу, как они смеются или кричат за закрытыми дверьми. Я слышу, как звонит звонок у входа по много раз в каждый день, но когда я иду туда, там пусто.
знаю, что не должно быть на виду, но я видел, как двери захлопываются буквально за секунду того, как я успевал хоть краем увидеть эти ураны. Они издеваются надо мной, как бы мне это не хотелось. Я думаю, стоп, там что-то есть. Я должен достать кабель. Ну же, давай, оптоволоконная хрень, скорее. Вот так-то лучше. Так, уведомление бюро защиты персонала основания. Так, ладно, звук был еле слышим, но он определенно услышал в вестибюле. Думаю, что в этот раз он попался. Ха, камера лучше тебя не работает в этот раз, или клянусь, я тебя... А, что? Кто здесь? Кто? И Федеральное бюро контроля. Отойди от двери. У меня есть черт, где мой? Все? Что-то там случилось. Так, в итоге что, мы здесь все прочитали, здесь и мы все уничтожили, везде вроде все просмотрели и прочитали, да? Так, давайте теперь сюда. Еще одна точка захвата. Точка контроля. Так, активное расследование. Пойдем вперед. Что-то мне нехорошо. Будто что-то во тьме высасывает мои силы. А, что-то во тьме высасывает мои силы, я понял. Блин, а как я найду этот кубик-то? Темнота, вообще ничего не видно. Что-то нужно кубическое. Так, а может быть нужно сюда его привести, этот кубик? Да, здесь что-то непонятное. Давайте поедем на лифте куда? Shit. Now what? Ой, Хартман растянулся, что за чертовщина? Поглощен ненасытной тьмой. Нужен лифт скорее. Доктор Эмиль Хартман был в отчаянии. Черт. Так, активировать свет, чтобы победить существо. Подождите, блять, куда ты упал, а? Давайте прочитаем. Ладно, эта комната меня пугает и все такое, но я знаю свои права. Это не преступление хотеть подписать книгу. Снять несанкционированный контакт с опасной происшественной сущностью является нарушением правил бюро, мистер Лэнгстон. Со всеми вытекающими последствиями. Ну ладно. Я этого не знал. Послушайте, это уже перебор. Я всего-навсего узнал, что в секторе привели доктора Хартмана, и поскольку я большой поклонник Алана Уэйка, я подумал, что было бы здорово подписать книгу «Дилемма Творца Эмма». Это книга, которую написал Хартман. Нам известно, что это. Ну ладно. Значит, я просто хотел поставить книгу для своей коллекции Уэйка. Я вам точно говорю, я не знал, что Хартман превратился в какой-то зомби или еще. Это описание совершенно не здесь. Да неважно, послушайте, я маленький человек. Моя задача сортировать бумаги, вводить данные и все такое. Ну да, я совершил ошибку. Всего одну.
Я имею в виду, что я постоянно вижу, как люди нарушают правила, но никто из-за этого не тащит темные места. Вот вчера, например, Дэйв Линсон со своими людьми разговаривал с этим скафандром и ржали как сумасшедшие. Мы отпускаем вас, мистер Оуэн. Но вы получаете выговор. Это будет отражено в вашем личном деле, так что еще один прокол. Ну, отлично, рад слышать. Спасибо, спасибо вам большое. Очень. А скажите, я могу вернуть свою копию дилеммы Творца? Выметайтесь отсюда. Так, это эффективно. Четвертый, там не нужно. А, вон вижу, куда еще надо воткнуть. Ага, хрен тебе. Он сюда закинул тебя. Ага, здесь контакт. Так, сценарий Night Springs, эпизод за порогом темно, автор Alan Wake. Примечание. Этот сценарий был обнаружен после того, как бюро приобрело права на сериал Night Springs и сценарий всех предыдущих эпизодов. Похоже, Alan Wake написал этот текст в качестве пробника, чтобы стать одним из сценаристов шоу. Ведущий, голос за кадром. Человек устроен так, что стремится контролировать те силы, которые его окружают, и даже больше обладать ими. Но что, если эти силы предназначены не нам? Что, если они не принадлежат даже этому миру? Что, если эти силы заключены в предметах, которые вы можете обнаружить в Night Springs? Место секретной лаборатории – ночь. Мы находимся в секретной лаборатории. На большой вывеске на стене написано «Федеральное бюро Night Springs. Ученый». Директор, я же сказал вам несколько раз, проект еще не готов. Проект будет готов, когда я так... Проект будет готов, когда я так скажу, док, ученый. Но существует по ту сторону портала, мы не можем его контролировать. Короче, какой-то отрывок из сценария. Так, ну чё, нам нужен еще, наверное, один куб будет. Я уверен. Так, все по кругу идет. Давай еще один туда закинем. На всякий случай пускали же. Ничего. Тоже туда закинем. Пущай, они там пока лежат. Так, вали, отвали, 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 отвали. Так, а что тут пишет?
Так, официальный отчет о находках относительно доктора Эмили Хартмана. Резюме: доктор Эмили Хартман, ученый-психотерапевт, который владел центром в штате Вашингтон и работал в нем. Этот центр занимается лечением творческих личностей, страдающих творческим кризисом и другими психическими нарушениями. Публичная деятельность учебного центра доктора Хартмана по своим методам и назначению была непримечательной, однако в частном порядке доктор Хартман экспериментировал со своими пациентами, используя любые скрытые способности, которые они обладали, чтобы изменять для собственной выгоды. За это впоследствии ему был присвоен статус парапреступника второго класса. Примечание. Более подробная информация о связи между творческими личностями и их способностями, крайне посредством творческой носительности, доступна в файле. Расследование показало, что в свою незаконную деятельность доктор Хадман осуществлял в одиночку. После контакта с бюро в ходе расследования он не проявлял никаких либо угрызений совести или намерений прекратить свои действия. Доктор Хартман был взят под стражу, а через несколько месяцев был выпущен, поскольку исходившая от него угроза была оценена как незначительная. Его врачебная лицензия была навсегда аннулирована. Так, ну, короче, этот Хартман что-то вообще. Что-то он тут накосячил, похоже, нехило так. Этот Хартман. Так, здесь есть что-нибудь интересное почитать? Почитать хочу, давно не читали. Теперь читаем постоянно, он уже тварь там ходит. Так, все. Я включаю свет. Ну как тебе нравится? Брайан Хеннеман, 21 год, житель Южного Техаса. Простите, но я правда не понимаю, почему я здесь. А вы знаете, что вы сделали, мистер Хеннеман? Разве? Расскажите нам о злочастной... А фильм то есть мне не очень он понравился. В своем отзыве вы написали иное, но мы к этому еще вернемся. А пока расскажите, где вы взяли этот фильм? И на рыцаре, ну знаете, можно достать фильм. Кто с вами связан? Кто сказал вам написать отзыв о фильме? Да никто, я сам написал, потому что он был слишком непонятный. Мне очень вообще не понравился. Не стал давать ему такую высокую оценку, просто когда пишешь отзывы о запуганных. Я подумал, что если не буду казаться умнее, то у меня появится слушатель или мой подкаст. А может даже поступил в институт, выучиться на кинорежиссера, как всегда. Я клянусь, это правда. Это правда. Ладно, парнишка ни хрена не знает, заканчиваю допрос. Какой-то фильм, да, кто-то снял. Он написал какой-то отзыв. Блин, как же это быстро все-таки диалоги идут, вообще не успеваешь ни хрена ничего прочитать. Просто, ну, нереально, ну так быстро, ну почему, зачем так это сделано? Торговый автомат, порядок действия, процедура хранения. Неизвестно, проводятся проверки объекта сервиса расследования, описание и измененные действия. Торговый автомат с передней панелью под дерево, оснащен монетоприемником и кнопками для выбора товаров питания. Объект создает и хранит в своих хватках различные съедобные и несъедобные материалы. Первоначальные тесты показали, что объект реагирует на место, на мысли ближайшего к нему человека и создает то, чего этот человек подсознательно хочет. Попытки заставить объект создать живое существо не увенчалось успехом. Вводная информация. Объект был обнаружен в доме престарелых в Альберте после того, как один из постояльцев по имени Муриэль обратился в местный телеканал с рассказом о волшебном торговом автомате. В новостном сюжете говорится, что сотрудники дома престарелых намеренно ставят в автомат качественную еду и различные предметы, чтобы поднять дух пожилых людей. Группа реагирования бюро поддержала эту историю во время конфискации объекта. Я уже столкнулся, по-моему, я уже завалил. Хорошо, теперь чё, куда нам? Теперь лифт должен заработать, получается. Поехали. Что вы что делаете в секторе расследования? Не пугайте меня так. Если вы со мной сейчас пытаетесь говорить, знаете, что я вас не слушаю. Это односторонняя связь. Попробуйте найти интерком. А, это со мной Лэнгстон связывается, да, получается? Ну, давай с ним поговорим. Лэнгстон, это я, Джесси.
Да, знаю, я вижу тебя на мониторе. Эти камеры не работают с тех пор, как мы отпечатали сектор пару лет назад. Дай-ка угадай, вы общаетесь в секторе из-за этого монстра, который тут завелся? Погоди, вы видели доктора Харпана? Господи, лучше бы вы не открывали ту просеку. Так, слушайте меня внимательно, вы должны найти Харпана и убить его, прежде чем он проберется в бюро. Так это монстр-человек? Был когда-то. Мы поместили его сюда для исследования после того, как он подвергся изменениям в МС. Запятнал медицинский термин, отписывающий то, что с ним произошло, но теперь становится нанести... Скажите, у вас есть фонарик? Нет. Какая-нибудь лампа? Сигнальная ракетница, новогодняя гирлянда, вы могли бы ей... Нет, ничего, этого у меня нет, Лэнгстон. Вот, блин. Ладно, хорошо, я уверен, вы что-нибудь придумаете. Буду наблюдать за вами в паноптикуме. Ух, это так волнующе, да? Наверное, если находитесь в безопасности, как ты. Да, точно. Ну ладно, ни пух, ни пера. Блин, и зачем это я ляпнул? Так, вряд ли это Харпман уже шел далеко. Надо его выманить. Лэнгстон был прав. Знаете, здорово, когда с кем-то можно поговорить. С тех пор, как меня назначили ответственным за паноптику, люди стали относиться ко мне легче, как будто я какой-то сумасшедший, раз хочу поработать. Люди просто не понимают из меня, например, как я, понимаете? Не хочу хвастаться, но для связи с таким предметом нужна невероятная проницательность. Тем не менее, я знаю, почему люди принимают. Так, ну это он тут, короче, просто так, вот ни о чем просто. Пиздит. Эти измены предметы так уж страшны, если познакомиться с ними поближе. Если знать, что им нравится или не нравится, что их пугает, беспокоиться не о чем. Думаю, в конечном счете мы все же еще дикие животные, которые пугают свои житения, но мы все должны как одна команда, но иногда спорить, что каждый отдел сам за себя, если это гонка, и каждый хочет быть первым. А вообще, если бы это была гонка, то я думаю, Дарлинг был бы на милю впереди остальных. Он был золотым мальчиком Тренча долгие годы, но потом их отношения стали довольно напряженными. По крайней мере, так говорят. Не то, что я распускаю слухи, просто знаю. Я стараюсь не лезть в это во все и говорить. У меня слишком много работы, чтобы на такое отвлекаться. Мне нужно посредоточиться, чтобы сделать свою работу, вернуть домой и покормить Альфреда. Бля, короче, ты заебал пиздить, Лэнгстон. Ты вообще начинаешь мне про каких-то бабок теперь рассказывать про своих соседок. Иди ты нахер, я ушел. Так, ушел-то я ушел, а куда мы ушли? Подожди. Это что? AMC Eagle Limited. Ага. AMC Frau Mauro. Так. Ух, тут налево, направо. Не знаю, куда пойти. Налево, направо. Пойдем? Давай сначала налево туда пойдем. А, ну тут надо обследовать и там найти. Именно найти Харпана. Так, здесь что? Активные расследования. Так, здесь ничего не лежит. Хорошо, поехали. Какие люди без охраны, в общем, как я вам говорил. Конечно, не всегда удается вернуться домой к ужину, так что я прошу прощения соседку Альфреда к 7 часам, если вдруг не вернусь, то в этот момент. Она очень милая женщина, ее зовут Мария. Постарше меня. Перебралась в Нью-Йорк в 50-х ради учебы. До тех пор я села. У нее пара детей, я встречал их как-то большая семья. И спешные люди. В общем, у них есть ключ к моей квартире, она кроме кафе, когда у меня нет, то дома. Думаю, куплю целый пакет фруктов в благодарность, когда все закончится. Ох, как мне не хватает Альфреда. И, наверное, придется сходить в зоомагазин и купить еще бумажного. Что там не забыть? Потом... Заплатить Марии за корм. Ой, блядь, ты, короче, задолбал реально вообще, Лэнгстон. Мне зачем эта информация про то, что как там твоя соседка будет кормить твою собаку там или еще что-то? Мне это вообще не интересно абсолютно.
О. Опа. Так, я понял, тут сейчас значит заварушечка. Понял, еще кто-то остался. Да. Хорош такой звук, как поговорим, бахать. Так, все вроде бы. Вроде бы справились. Так, тут что-то какое-то... Такое ощущение, что здесь где-то должен быть проход. Вот, да, прямо. А, тут все закрыто. Так, ну зато у нас тут есть материалы. Кстати, я забыл, что здесь же можно прокачивать способности, а мы их вообще никак не прокачиваем абсолютно. Вообще никак. Вообще ничего не делаем. Сейчас надо будет не забыть про это. Опять темнота. Опять темнота и ни хрена не видно. Скорострельность вращения. Так, а вот это, кстати, неплохая штука. Пятерочка причем. Давай все третье разберем. Возьмем вот эту пятерочку. Ну, мода оружия, что я не понял. Скорострельность вращения.
набрали. У нас теперь пятый есть, простые. Это для пушки, которая автомат. Типа, пушка-автомат. Я не знаю, можно попробовать. О, а тут тоже, смотри. Ага. А вон фонарь вижу. Вижу фонарь. Фонарик хорошо. Ага, сгорело, есть. Дай-ка я, наверное, с собой заберу. Мало ли он тут пригодится. Хорошо, пока бросим его здесь, прочитаем, что у нас тут. Мне нужен рейнджер, немедленно. А, это же херня, которая рейнджера вызывает, ага. Все, я понял. Что-то там, значит, впереди нас, наверное, ждет. Раз мне дают здесь помощь рейнджерам. Значит, что-то нас там ждет. Так. Ох, способности аж 9 единиц. Так, рукопашки мы не будем качать. Давайте-ка вон плюс 15 к энергии качнем. Почему бы нет? Пускай энергия уже на максимум будет вкачана. Здоровье вкачаем. Так, и последнее стоит тоже 2 единицы. Так, все, у нас максимальное здоровье, максимальная единица энергии. Так, осталось. Так, это к захвату. Для удара о землю, нанесения урона, находящегося поблизости врагам. Вот удар о землю мы еще вообще не вкачивали. А я думаю, вкачать вот продолжительность захват плюс 5%. Да, один как бы у нас остался, один мы его потратим, просто чтобы дольше мы могли себе помощников вербовать. Так, плюс 30% крон в рукопашной схватке. Ну, этого у меня еще пока нет. Хорошо. Астральные конструкты, форма оружия. Давайте-ка посмотрим. У нас появился какой-то... Сконструировать выброс. Мы его вообще никогда не делали, да, получается? Так, здесь мы больше ничего улучшить не можем. Так, моды. Это мы можем моды. А, так это мы можем улучшать, чтобы создавать моды еще сами можем создавать. Не, это мы вообще тратиться не будем, жетоны музыкального автомата. Это тоже нам пока не нужно. Получается все. Нам надо, получается, брать с собой помощника и идти туда. Я думаю, что там сейчас будет какая-то заваруха. Сила. Давайте тогда здесь остановимся, продолжим уже в следующей серии. Как всегда, с вами был канал Базука, а именно я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока.